что нету, слезы нету, на сердце больно смотрит в небо. Спят твои соседи, белые медведи. Друзья, всем привет! Сегодня мы с Брюликом будем снимать классные подходы к жителям города Казани. Точнее, будем подходить к жительницам и предлагать им интересности. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. С вами в одном садике были. Я вас по голове еще не помню. Да точно меня. Да, вот давайте я вам песню спою одну. Любите девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Бросайте девушки, домашних мальчиков, не стоит ты дарить свою морковь. А мы вам морковь дарить не будем. Вот этот, а что, подарить? У меня есть подарок. Вы готовы к вручению подарка? Да. Отлично, вот, держите. Ты что, дурак, блядь? Женственность поем, женственность, да? Поехали. Я копаюсь на помойках, как червяк. Здесь сушусь моя на перекосяк. Канализация, он идет моя дверь. Но я счастлив по-своему, поверь. А я бычок подниму, горький дым затяну, которую полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. В Зимбабве был, вот, и он подарок оттуда привез. Покажи, пожалуйста, а ты готова к подарку? Я вижу, что не готова, поэтому доставай. Так, готова? 3, 2, 1. Вот, держи! А, ну тебе некуда взяться. Ну, блин, ей некуда взяться. Давай, мы тебя, знаешь, по электронной почте распечатаем и отправим. Пошлость. Звенящая пошлость. А сколько стоит шарик такой? 350. Будем знать. Мне кажется, ты уже полгорода надула. Ладно, все, давай. Давай. Детки, берите, пожалуйста, один вопрос такой. Ну, один вопрос сам. Мы сейчас вот собираем ему на Audi A8 деньги. Нет, мы с вас не будем требовать много. Нам буквально вот не хватает там 3000 евро. 250 евро, знаете, сколько это? Это несколько раз чем больше, чем это. Нет, если нет, мы вам просто песню споем и уйдем, и убежим сразу. Спасибо. Нет, смотрите, песня такая. Пусть бегут неуклюже пешеходы, положим. Подарок в студию, пожалуйста. Тарам-пам-пам! Вот это мой размерчик. Я вам спеть небольшую песню. Тут, ну, я буквально на 30 минут. И мое сердце, старилось мое сердце, замерло. У меня вот племянник, он приехал с Израиля. Вот он хотел бы вам подарить подарок. Вот он, Вы готовы к подарку? Да? Серьезно? Вот, держи! А вы сможете на скорость это съесть? И мы вам 1000 рублей дадим. Окей, на скорость. На скорость. Окей, ну давай тогда 1250. 3000. На что проходит? Ну, кто из вас быстрее съест? Вот, ну, типа, с одного конца, другая, с другого конца, и вот так вот. Нет, ну да, давай лучше вы в следующий раз вы скажите, где будете. Мы подъедем, и вам одинаковый такой, равномерный привезем. Ладно? Тут, кстати, уже одна женщина отгрызла чуть-чуть. Можно я выкину сюда? Спасибо большое. Это ваше место, как я понимаю, да? Все, хорошего вечера вам. Красивые глаза. Ты самая лучшая женщина на свете. Твои глаза. У нас сейчас проходит акция, мы сейчас собираем на лечение другу. Он змею душил очень много, и у него ожог произошел. Да, 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 ничего. Вот мы хотим вот с этим парнем для вас петь одну песню. Давай. Вот. Вы не против, да? Поехали. На сердце боль, взгляд смотрит в небо, ждет ответа. Душа не верит в то, что нету, слезы нету. На сердце боль, взгляд смотрит в небо, ждет ответа. Душа не верит в то, что нету, тебя уже нету. Братан, все. Все? Да. Страшно, да? У меня такое ощущение, что у меня, короче, там где-то это уже влажно стало. Влажно стало, да. Есть салфетки сухие, надо. А вообще она как-то, писатель?
Насколько раз, да? Через сколько, сколько у меня еще времени есть? Тут пошла. Ну, ноги в руки. В фонтане просто зачилился. Да, да. Ну все, с вас косарь. Конечно. Я тебе не Тиньков. Спасибо, брат. Все, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Хорошо, ветер. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. А, дело в том, что вот вы давно уже нравитесь одному юноше. Вот он стоит, он там вот. И он хотел вот, ну, вам подарить подарок и песню. Он передал песню. Он... заплатил бешеные деньги, 50 рублей. Вот, и хотел бы вот, ну... Прикол какой? Нет, не прикол, это реально. Он просто, вы ему нравитесь. Я тебе не верю. Вот, и он попросил мне за деньги вот вам песню спеть одну. Ну, одну песенку вот петь. Такую романтичную, в принципе, как бы, ну, специально для девушек. Владимирский централ. Голуби летят над нашей зоной. Все понятно. До свидания. Беги, дорогая, беги. Беги ради папы и мамы. Да, девчонки, здравствуйте. Хотели бы передать привет от создателя Чебурашки. Это, получается, у нас вот Шаинский. А ты кто такой? Давай, до свидания. И как бы попросил для вас вот песню спеть про Чебурашку. Можно я спою? Пусть бегут неуклюже пешеходы, положим, а вода по асфальту рекой. Все поешь. Ага. Делом займись. Если будете петь, пятихатку доплатим. Вот это поворот. Моя играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. И, конечно, знаете, подарок. Вот у меня отец приготовил для вас подарок небольшой. Пап, подари, пожалуйста, подарок. Вы готовы к подарку? Вы готовы, дети? Да, капитан! Та-дам! Зачем его только из больницы выпустили? Я вот буквально одну песню спою. Это будет ария из оперы Евгения Онегина. Было хорошо, было так легко, но на шею бросили аркан. Он вообще в Таиланд завтра уезжает. И вы готовы поехать, нет? Нет, он в Таиланд. Точно? А в Мамадыш? В Мамадыш поедем, да? Блин, ну ты подарок-то подари, ты же хотел подарок подарить. Да? Вот, держишь. Как это называется? Что это за овощ или фрукт? Ты знаешь, если потереть, он больше не станет. Ладно, все. Кормит. Ладно, еще, это на самом деле снимаем для YouTube просто небольшой. Ладно, пожалуйста, хорошо. Классно, девчонки. Девчонки, у вас ничего попить нет, случайно? Нет. А поесть что-нибудь там, курицу? Тоже ничего. Гамбургеры опять. Ладно, ну ладно, пойдем тогда. Здравствуйте, извините, что нарушаю идиллию. А вот молодой человек просто попросил передать для вас песню. Вот он читает. Молодой человек. Да подальше все пошло, поболело и прошло. Кто расскажет о любви, которой прячется тепло? Где обиды, а где боль? Вы что, уходите, что ли? Спасибо, очень большое. Спасибо. Все для тебя, рассветы и туманы, для тебя моря и океаны. Для тебя рассветы и туманы, для тебя, как вам песня? А? Все-таки классно поете. Серьезно, спасибо да, большое. Мне очень конечно, надейся. Спасибо большое. Знаете, мне хочется вас угостить. Серьезно? Ты на что намекаешь? А чем? Да, конечно. Конечно, конечно. Без проблем. Дождь и снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Бип-бип. Спят твои соседи, белые медведи, спи и ты, старый малыш. Спасибо за внимание. Поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу.
простите меня, а потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. Это подожди, это мужчины переодеты в женщину или женщины переодеты в мужчину? Вот. А, не-не, я там. Там полечу, как птица я. Давай вместе. Жизнь начнется от безобралов, сундуков и генералов, демобилизация. Спасибо, ты очень красиво молчал, дружище. Они мои? У тебя все пучком, короче. Все пучком, ладно, хорошо. Кстати, Алине сегодня день рождения. Давайте, да, маленький фрагмент. Давай, подожди, маленький фрагмент снимем. Брюлька, иди сюда, ты можешь с вами пошевелить. Диан, ты тоже можешь. Давай. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения! С днем рождения!